на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Татьяны, под ногами. 7 тонких тел Татьяны находит все. У меня дракон синий. Он вылазит из нее. Сильный? Синий. Синий, окей. Всего видно. Ну сейчас он будет в клетке. Сканер. Сейчас начнет там рассказывать. Жирный такой в клетке, он на один канал. Считаю цифры над головой у дракона. 702. 702. Один канал, да, Вера? Да. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Включаю внутренний белый свет у Татьяны. 1, 2, 3. И Татьяна начинает выдавливать из своего биополя. Всех 7 тонких тел выходит все, что находится на чистоте синего дракона. Любые его подключки, любые его платы, провода, все выходит вместе с его энергией. Все это начинает формироваться. Будет выведено из биополя Татьяны. Эта энергия как яд для нее, как отравленная она. Вот как, да? Готово. Что там вышло? Вот эти энергии грязно-синие. Плата вышла, провода. И я даю команду, значит, 3. Это плата, все эти провода устанавливаются в синего дракона. 1, 2, 3. На те же места, не может снять. И я даю команду, значит, 3. Включаю на полную мощность всю эту установку. На полную мощность пошел откат с момента подключения синего дракона к Татьяне. Всю эту боль по каналу Татьяна сейчас начинает из своего биополя отторгать и возвращает всю эту боль дракону. Одновременно работает его установка, вырабатывает те же энергии, которые воздействуют теперь на дракона. Да, будет так, а так и есть. Включаем на полную мощность. Он кричит, прыгает и... Он как вибрирует весь, трясет его. Бывает. Удары останавливаются автоматически, когда 100% откат закончится. Вся боль уйдет дракона назад. А здесь, знаешь, страх еще какой-то есть. Чуть громче, Вера. Здесь какой-то еще страх, кроме боли. Он еще и страхтовал, да, хорошо. Сейчас и он его получает. Она не понимала, что она делает не так. Вот что она не так делает. Она все правильно делала, вот. Причина всех этих страхов стоит в клетке сейчас и трясется. Брейк-дэнс танцует. Ну, он упал. Отлично. Выключаем установку. Хорошо. Так, и... Давай посмотри, сколько энергии нужно Татьяне до полного восстановления и корректировки? 320. И? 30 просит она вибрации. 30 Гц. Хорошо. И я даю команду, значит, 3. В макушку головы Татьяны начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает, вытесняет все чужеродные энергии, которые могли остаться, остаточные энергии, все уничтожается. Все чужеродное уничтожается, заполняется все 7 тонких тел, частота и вибрации поднимается до числового значения 30 Гц. Пошел подъем. Дракон икает. Клетки. Икает. Бывает. Когда ты подцепился, паразит? Как долго ты находился в биополе, я тебя спрашиваю? 2 недели. Значит, это было на 10 дней больше, чем ты должен находиться. Ты зашел к человеку, который прочитал манифест, игнорировал законы мироздания. И сегодня ты будешь наказан за это все. Он путается в показаниях. Да, что он говорит? Он лежит на животе. Угу. Лапы разъехались, он икает, и вот эти цифры летают. 10-14. Каким обманом ты вошел в ее биополе, кем ты представился? Закачать хотела энергия она. Какие иллюзии ты пока... То есть ты, она хотела заказать, и ты предстал ей каналом энергии? Представителем, да. Кем ты был? В каком образе? Ее куратор. Ее куратор. Так. А она наполнилась. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Ее куратором. Хорошо. Так, я подхожу к Татьяне, кладу руки на плечи и с моей собственной энергией помогаю ей сжечь канал к интерференту ударом высоковибрационного импульса. 1, 2, 3. Удар. Сжигается канал, открывается портал в галактическое ядро, канал улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю.
Она останавливается, она сама может. Хорошо. Готово. Отлично. Так, дракон, что мне с тобой делать? Я вижу, твоей осознанности недостаточно, чтобы понять, что ты сделал и куда ты зашел. Он говорит, что зачем так наказывать этот вкус, который притягивает, ничего не может остановить нас. Ты уверен? А я тебе покажу, что тебя может остановить. И в моих руках появляется печать дракона. 1, 2, 3. Включая на полную мощность. Он говорит, откуда у тебя печать нашей цивилизации? Представь себе. Выключи. Да. Ты сказал только что, что ничего не может остановить. А я тебе говорю, может остановить. И я тебя остановлю, дракон. Понял. Выключая печать. Ты серьезно не понимаешь, в какую серьезную ситуацию ты попал. Ты нарушил манифест, который человек осознанно прочитал. Ты его обманом вошел в его биополе. Ты ему подсунул фиктивный контракт. Ты сказал, что ему будешь помогать, и высасывал у него 2 недели энергии. И я тебе говорю, что есть такое, что может остановить вкус энергии человека. Например, галактическое ядро, в которое я тебя отправлю. А он понял, он уйдет без возврата. То, что он уйдет, это еще вопрос нерешенный. Я не получил никакого подтверждения, что он осознал степень своей вины и свою ошибку. Осознал. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Я его выкидываю туда, он улетает. Закрываю, печатаю, растворяю. И под этим шаром открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, так. Она сделала тогда вот эту ошибку с куратором. Я прошу к нам в комнату диагностики прийти куратора Татьяны. Куратор Татьяны, придите, пожалуйста. Мы приглашаем вас, у нас один вопрос. Он здесь. Мы приветствуем куратора или учителя, с кем мы имеем честь? Куратор Амур. Куратор Амур. Уважаемый Амур, мы уже встречались? Встречались, да. Я помню. Благодарю вас за то, что пришли. Амур, у нас такая проблема. Татьяна пыталась установить с вами контакт, но не этот контакт. Я как понимаю, она сделала незащищенный канал к вам и не расширила, не закрепила этот канал, не усилила его. И на этот запрос заскочил синий дракон, который у нее 2 недели высасывал энергию. Уже установил платы и так далее. Как ей избежать этой подключки в будущем? Энергию Арктура пользовать. Она с Арктура, пользовать энергию Арктура как защита канала. Хорошо, эта защита у нее находится уже внутри. Я правильно понимаю, Амур? Да. Хорошо, значит, я тогда она понимаю. Она сильнее дракона. Конечно, она сильнее любого дракона, как и, в принципе, любая космическая душа. Она должна просто, я ей хочу сейчас, чтобы мы вместе или вы ей объяснили, как ей эту энергию изнутри расширять. Как свет. Да, он пожалуйста. Показывает канал такой, да. Вот из нее выходит, как труба, да, уходит. Вверх. Вот, да, из энергии Арктура, защищенных, как... никто не может пробить. Только она имеет к ним доступ, только она делает запрос, энергия. Но она как из себя, да, выпускает ее. Выпускает. Трубу толстую. И эта труба идет в к Арктуру и делает, и соединяется с ним, да? Она идет туда, куда она запрашивает, если это ко мне. А связь со мной, то отвечаю я. Благодарю вас, дорогой Амур. Мы очень рады за то, что вы помогли нам сегодня этот вопрос решить. Я просто хотел в будущем избежать эти ошибки, потому что жизнь человеческая, она быстро течет у нас здесь. И, конечно, было бы очень приятно, если бы на эти 10 дней лучше с вами общалась, чем бороться с драконом, скажем так. Но если у меня получится. Конечно, получится. Все так и есть. Уважаемый Амур, я могу вам преподнести нашу традиционную корзинку с ягодами земными. Единственный чистый экологический продукт, который есть на Земле. Верочка, 1, 2, 3, появляется в твоих руках. Самые чистые, самые вкусные ягоды, которые есть только на Земле. Это приятно, ваша забота. Я заберу. Благодарю вас. Благодарю вас. Хорошо.
Я говорю до скорых встреч. Всего вам доброго, уважаемая Мур. Мы будем возвращать сейчас Татьяну назад в ее биоробот и передадим ей всю эту информацию. Я надеюсь, встреча ваша все-таки скоро состоится. Состоится. Значит, наша работа была не зря. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Мур ушел, а Татьяна, она, ну, она сильная, в ней силы очень много, вот, наполнена этими энергиями, вибрациями. Угу. И она понимает эту силу свою. Она понимает, что она сильнее не физически дракона, а, энергетически. Как сказать, да, то есть у нее есть снисхождение есть к этому дракону. Конечно, потому что он слабее. Она выше его. Да. Она поняла? Она поняла, как активировать канал к своему куратору? Татьяна? Да, она показывает мне вот эту вот, энергию, с нее идут как труба. Давайте сейчас, прямо сейчас, значит, три, выстроите канал к Амуру и обменяйтесь им пару фраз. Проверьте эту связь. 1, 2, 3. Идет защищенный канал из головы вашей на Карктуру и вы соединяетесь со своим куратором, Амуром. Он говорит, что не надо все усложнять, просто пусть идет ко мне. Хорошо, мы просто хотели проверить, работает ли... Я ближе, чем вы думаете. Хорошо, я согласен. Благодарю вас, Амур. Все, отключаемся тогда. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа, заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке. Каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она обрадовалась очень этому соединению. И она поняла, как это делать. Поэтому я хотел, чтобы она при нас их это проверила. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте. So